Андрей Евгеньевич, видите, как в подъезде все мокро, все льется. Капремонт. Вот у меня дома льется. Понимаете? Вот, видите, что творится. Вот я вам просто покажу. Хороший ремонт, нормальные люди. Вот так мы живем. В ужасе. Уважаемый Андрей Евгеньевич, в очередной раз Пушкина 29 после капремонта. И это уже нас всех достало, ну просто по полной программе. Вот интересно, как вы думаете, можем мы в этом жить? Это не одна квартира, вот соседняя квартира льется. Вот, где там? О, веселимся. Да, вообще. О, веселье-то какое, все капает. Уже набралось, все в говне. Очередной капец.